Всем привет, друзья! У меня возникла довольно-таки интересная и креативная идея варианта обеда для Хэллоуина. Этот обед можно приготовить не только в Хэллоуин, но и в любой другой день, но здесь сам стиль подачи подходит именно для Хэллоуина. Поэтому, чтобы воплотить эту идею в жизнь, пойдемте скорее на кухню. Разогреем духовку до 200 градусов и отправим в фольге запекаться свеклу примерно на час-полтора до мягкости. В это время в подсоленной воде сварим пасту согласно инструкции на упаковке. Готовую свеклу натрем на мелкой терке. В большой сковороде разогреем масло и обжарим лук примерно 2 минуты. Добавим свеклу, немного воды и соль. Воды должно быть столько, чтобы консистенция свеклы слегка напоминала пюре. Добавим пасту и аккуратно перемешаем со свекольным соусом. А поскольку у нас тема Хэллоуина, то подавать спагетти я буду в тыкве. Выглядит немного жутковато, но это правда очень вкусно. Попробуйте. Самая главная ошибка, которую я сегодня совершила, это то, что я переварила макароны. И это немножко подпортило мне не то что настроение, а эффект от блюда. Но с другой стороны, из-за того, что макароны стали немножко переваренные, блюдо стало выглядеть что ли более устрашающим и более таким хэллоуинским. Но в любом случае не переваривайте макароны. Я надеюсь, вам понравилось видео. Если это так, ставьте лайки внизу. И на этом все. Встретимся в следующем видео. Пока!